Ой, как зелень готовим. Довольно необычно. Этот раз. Так, начистили? Начистили. Где? Вот. Вот. Оказалось, что чеснок хотел я толкушкой разбить, а он не разбивается, скользкий. Ну, я его, не знаю, решил резать на мелкое. А Мария говорит, Мария вот Королева, и говорит, а есть вот такая маленькая, показывает штукенция, она давит чеснок. Я говорю, неужели? Положил я ей вот так вот. Ну-ка, давай, покажи, гляди, как она его давит. Набрали сегодня гороху. Я говорю, а если попробовать горох? Вот он, свежий горошек. Давай-ка наложим. Вот она, смотри, как его убирает. Теперь я ее насыпаю с чесноком вместе. Это у меня зелень тут. Листья лопуха, одуванчика, двудомные кварапивы, укропа, лука, чеснока, свеклы, капусты. То есть тут много что. Щавель. Это все резанное, давленное. И в прошлый раз свет выключили, и говорят, попортилось что-то. Я сейчас спрашиваю, что нужно сделать, чтобы оно не пропало, когда свет выключит. Ну, ясно, что соли. Соль хорошая вещь написана. Потому что солью осоляется всякая вещь. Смотри, Мария старается. Давай-ка. Видишь, еще получается. Види как. Видела, она давит. Что ты хотела подавить тоже? Да тебе силёнки не хватит. Тяжело давить-то? Нормально, они дома давят. Давят, ну ладно. Давай. Мы сейчас соли добавим. Никогда не добавляли соли. А сегодня добавим. Горош. Видно, нет тебе? Зайди отсюда, посмотри внимательно. Вот она где. Хорошо. Я остатки уже высыпаю. И сразу начинаем солить. И на обед дают первое, там первое добавляют. Вон оттуда там Марию маленькую показать. Она вон прячется. Видишь, косматая. Смотри, волосы сюда не пусти. А то это нехорошее дело. Ну-ка давай. Вот вместе, смотри. Покажи ему чеснок и горох, горошек. Это сейчас мы с огорода сходили, принесли. Только-только вернулись, он еще жизнью дышит. Там в ведерке понесли сейчас скорее бульдозериста угостить. Он не дома. Набрали, что у нас, юрги, почти ведро. Ну, какое ведро-то, небольшое. Да вот оно. Во. Ведро-то, вот оно. Да. Горох, видишь как? Его видно. Много гороха. Сейчас будут раздавать вам, поскольку, я не знаю, там по 15-20 стручков. Так, ну и вот Роспотребнадзор просил другую доску. Другую Андрей сделал из дерева березового. Какая, видишь, большая. Он должен был найти такую широкую доску березовую. Это распил редкий такой. А, нет, он ложки, хлеб распалил, вот. Быстро он не успевает. Мой ножик тут лежит. Потирай стол, это... убирайся с стола, протирай все, стол. Мне, чтобы никто не трогал. Так, соли. Соли теперь ложка где-то здесь лежала. Вот здесь мне давали ложку. А ложки-то как раз и нету. Уже прибрали. Марина давала мне ложку. Сейчас эта ложка была. Если мне давали ложку, ее обязательно утащат. Вот такой. Ничего нельзя сделать. Только подала. Я ушел, ложки уже нету. Видите, сколько. Вот перемешано все, я перерубил, перетолок. И теперь будут подавать помаленьку. Кто утащил? Наверное, ну, больше никого не было, только сейчас додала. Наверное, Марина грязную посуду собрала и убрала. Новая, свежая лежала ложка. Только сейчас положили, дала Марина. Уже повернулись, уже нету. Вы не брали? Так я вам ее принесла. Вы принесли? Ну так и куда она делась? Наверное, убрали в грязную посуду.
До чего расторопная Сонька, есть такая птица. Она, эта птица, найдет там где-то орех и закопает. А потом нет нигде, она его перерывает второй раз, третий. То есть она непрерывно в работе. Одну и ту, половина забудет, где положила. Вот видишь, что? Если свет отключат, один раз уже это было, что пропало много. А сейчас не пропадет, я крупно посолю. А вы меньше давайте. И давайте ее в пищу не бросайте просто, а размешайте сами. Подали, размешали. Ладно. Подали, размешали. Все. Вот, приходится готовить зелень. Я никому не доверяю это. Вот, потому что где растет что, я все знаю здесь. Местность наша. Вот. Теперь надо укладывать плотно сюда. В кастрюлю и в холодильник. Или в морозильную камеру, не знаю, куда. Так, вот это можете, наверное, дать сегодня. Я не буду убирать или убрать. Давайте, оставляйте. Давайте. Здесь все абсолютно полезное. Выдавленное, сок снять еще. Добавим впервые гороху и соли. До этого не было. Так, вот это помыть и все взять на суп. Марина? Да? Вот это вот, кастрюлю, эту тазик помыть. Сейчас помоем. Все. Берите, подавайте сегодня. Засоленное уже. Вот видишь, как руки. Ну все, Мария, можете убирать. А это Игнатий, маленький. Я сейчас помою. Дай. Игнатий Тихонович, мы кастрюльку используем в холодильник, как обычно. Слава Богу. Что ногой я задел, смотри. Если стеклянная, будет разбита. Стеклянную на пол не ставит. А не более, я становлюсь и ногой задеваю. Так, все. Теперь это руки. Так, чашку. Маша, принеси чашку под зелень. Так. Чашку под зелень. А, давай, смотри, я сама. А в городе еще там воды много течет, а щебнуть-то ничего и нету. А здесь сорвали, через 5 минут уже у нас на столе. Все. Давай-ка, Господи, благослови. Ставьте на пенину, расстелите теперь полотенце, которое мы сегодня там стели, мы туда все вставляем. Куда идти? Давай. Что у нас? 7 часов практически без 5. Еще рановато освещать. Вот сколько людей, все места священного писания. Надежда Васильевна пишет. Все, однако, на этом конец.